А вы знаете, что в сплав постоянно появляются новые технологичные товары? Дело в том, что сплав – это отечественная компания, которая занимается разработкой и производством снаряжения и практичной городской одежды. Вот тут, на Кетчерской, в Москве, находится самый большой магазин и еще конструкторское бюро, дизайнеры и экспериментальный цех. Как результат, новинки выходят постоянно. Привет, меня зовут Анна Мигалина, я туристка, гид, блогер и бренд-менеджер компании «Сплав». В новой рубрике «Новинки от Сплав» я буду быстро знакомить вас с тем, что у нас появилось. А если что-то покажется вам интересным, мы расскажем подробнее на обзорах. Итак, осень подкатила, как всегда, незаметно, только мы оказались к этому готовы. Рада представить вам первую мембранную женскую осеннюю куртку, парку, пальто «Катрина». Это мембрана 20 на 20, глубокий капюшон и плотность утеплителя 130 грамм на метр квадратный. То, что надо для мегаполиса. Цвет синий и серый. Кстати, напишите в комментариях, какой цвет вы реально бы хотели купить и носить, кроме этих двух. И напоминаю, что среди мужской коллекции прошлой осенью тоже появилась аналогичная парка «Братишка Катрины» в Калгари. Это технологичные характеристики те же, а еще герметичная молния, строгий силуэт, который аккуратно садится на пиджак в рабочие будни или стильно смотрится с джинсами и джоггерами на выходных. Не куртка, а мечта. Бегаете в эту неприхотливую погоду? Этим летом в Сплав появилась целая серия беговой одежды. Сейчас же хочу обратить ваше внимание на легкую беговую куртку. Она защитит от ветра и легкого моросящего дождя, ну или снега. Весит совсем немного и отлично подходит, если на соревнованиях или длительных тренировках вас может поджидать дождь. Более подробно о том, как одеваться для тренировок во все сезоны, рассказывает Евгений Глаголев в видео по ссылке. И вообще, советую вам познакомиться с коллекцией беговой одежды от Сплав более подробно. В Москве выпал первый снег, а значит, точно пора утепляться, потому что туристический сезон с приходом холодов закрывают далеко не все. На этот случай для туристов и не только у нас есть новинка – утепленные штаны-самосбросы. Моя безоговорочная любовь – это укороченные брюки «Кварк». Надеть можно как под мембранные штаны, так и поверх них. Можно спать в спальнике, ходить в горы, кататься на лыжах, все что угодно. Брюки достаточно теплые, в них 80 грамм утеплителя на квадратный метр. А еще то, что они укороченные, делает их оптимальным решением для девушек. Да, на мне с моими 160 сантиметрами они будут больше похожи на полноценные брюки, но зато они есть и не волочатся по земле. Другое решение – это полноценные, утепленные, мембранные, местами, брюки «Фотон». Они немного теплее, в них утеплителя уже 100 грамм на метр квадратный, мембрана на попе и коленках 20 на 20. И вообще, характерная особенность «Сплав», что если мы используем мембрану, то это всегда мембрана с высокими характеристиками. Ну и напоследок, приятное дополнение к коллекции мультибандан, или как в народе их называют, баф, появилось еще три расцветки из красивейшей серии с регионами России. Это Камчатка, Байкал и Хибины. А с Алтаем вы уже знакомы. Ну не красота же? И как думаете, какой из этих рисунков нравится мне больше всего? Если вам понравился формат, а вы хотели бы увидеть его снова, голосуйте лайками и комментариями. А я с вами пока прощаюсь.